Круглый стол мэров – это одно из основных мероприятий в списке Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации Электронных Правительств. На одной площадке собрались главы несколько десятков городов разных стран. Вместе с экспертами они поделились своими наработками в области развития электронных технологий. С презентацией концепции построения умного региона выступил губернатор Сергей Морозов. Проект определяет внедрение современных информационных технологий в ключевые отрасли региона для повышения качества жизни граждан и эффективности управления. И задача концепции – собрать разрозненные потоки информации воедино, создать единый операционный центр для власти, единую информационную панель для жителей, соединить все системы на единой платформе. В проекте документа прописаны ключевые направления работы, в том числе умное здравоохранение, образование, транспорт, энергетика и культура. Международные эксперты дали положительную оценку стратегическому документу. Я могу сказать, что Ульяновская область – это первый регион, который разработал такую стратегию, я даже так ее назову, и это очень похвально. Она вполне соответствует той концептуальной схеме развития умного города, умного региона, которая обсуждается на Генеральной Ассамблее ВГУ. Днем ранее губернатор отметил, что города Ульяновской области направят заявки на статус пилотных для реализации программы «Цифровая экономика России» на ближайшие 3 года. На федеральном уровне до конца августа планируется определить территории, на которых до 2020 года будут апробированы технологии умного города. Дарья Сударева, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.